Алексей Швед стал лучшим в истории единой лиги ВТБ. Защитник баскетбольного клуба «Химки» вышел на первое место по набранным очкам. В рейтинге Швед обошел главного соперника, многолетнего партнера по сборной России Виталия Фридзона. В домашнем матче «Химки» одержали победу над таллинским «Калевом» со счетом 80-73. Швед стал самым результативным игроком встречи, набрав 23 очка. Всего за карьеру в лиге ВТБ он набрал 2193 и опередил защитника «Локомотива Кубани» Виталия Фридзона, в активе которого 2182 очка. Для этого шведу понадобилось почти в два раза меньше игр. 123 против 224 у Фридзона. Бросает издали! Точно! Алексей Швед!